Всем привет, с вами Мистер Чейзер с Мультимейджор с Плей канал. И я продолжаю проходить DLC-шки для третьей Saints Row. Что за херня? Вы что, издурели? Я не поеду сюда. Ребята, нет. У меня свои дела есть, сами разбирайтесь. У меня задание под названием Ангар 18 с половиной. Я иду снимать фильм «Гангстер в космосе». Я, кстати, одел повседневную одежду своего персонажа. Если нам выдают костюм, то нафига мне другую одежду одевать? Хорошо, я уже лечу на крыльях победы. Снимать следующий эпизод фильма. Но сначала я уничтожу этого преступного элемента. Это сволочь! Эта сволочь брал взятки. Ему не стоит жить. Так, поехали. Какое говно вы слушаете все-таки? Вот, это вот уже настоящая музыка для мужчин. Хотя я играю женским персонажем, но это не важно. Мужики! Так, втиснемся, нет, не втиснемся. Женщина за рулем. Какой нафиг втиснемся? Женщина за рулем, ребята. Все нормально, обычные будни. Кстати, что это, мать ваша, такое? Я не понял. Акт совокупления между автоботами и десептиконами запрещен. Что за херня? Да пшёл ты. Не мешай мне тут лицезреть акт совокупления десептиконов и автоботов. Мудак. Охереть. Ладно. Едем дальше. Ничего необычного. Все нормально. Обычные будни Стилпорта. Все идет своим чередом. Не понял. Во. Что за херня? Парень, парень! Извините. Я сбил генки только что. Господи, мне это в раю не зачтется. Или в аду. Скорее всего, меня в ад отправят после этого. За то, что я тут сделал. Столько людей перестрелял. А сколько полицейских, бравых полицейских. Тихо. Еще необычного Стилпорта. Все нормально. Трансформеры совокупляются на улицах. Так, я должен проехать. Я приехал! Давай, следующий эпизод фильма мне быстро сделал, да? О. Да, меня нарядили. Most of them are from different shows. Other shows? Like what? I don't know. Take a look around if you want. Да я смотрюсь. Меня вот реально переодели, поэтому мне не нужен был костюм свой. Самолет? Это ж кусок этого декорации из Генки Боу. Что это? Что это было? Что я взял? Что я увидел? Я не знаю. Давайте сгоняем сюда. Бегать я могу? Нет, я бегать не могу. Это нормально, тут пожар, люди. Алло, я засниму это. Я заснял. Я у этой женщины деньги забрал. Нормально. Нормально. Ловим лицом, точнее нашим скафандром землю. А где-то тут еще есть такие крутящиеся штуки? Это мы типа декорацию смотрели. Я не знаю, что это было, ну ладно. Эй, парень. Вкусный гамбургер, да? На! Не жрать на рабочем месте, дома поешь. Ты меня понял, очкастый? Нормально, идем дальше. Make it skydiving is worth its weight in gold.
А, вот, тут можно реально смотреться. Не знаю, зачем я тут эти штуки собираю. Ну, увидели, да, только что встал на маркер какой-то. И мне что-то там засчиталось, типа, автомобиль подвешенный. Я вообще не знаю, зачем это, но я буду это собирать, мало ли, какие-то там ачивки. Хотя у меня не Steam-версия, так что какие нафиг ачивки? Ага, лазерный пистолет. Да дайте я еще осмотрюсь. Мне же интересно. Да нет, вроде ничего нет. О, господи. И что, и с этим говном мне придется бегать? Ладно, поехали. Я спасу тебя, принцесса. Силиконовая принцесса. Эй, что тут статуя наша делает? Я не понял. Кто спер нашу статую святых? О. Экшен! Кого мочить? Вау! Блин, пистолет это говно. Да просто мочи их. А, это стул. Где враги еще? Их тут вообще не видно. Причем это очень похоже на всех врагов. Какая поза. Ого. Был бы я мужским... Ну, играл бы я мужским персонажем, было бы намного веселей. А так это просто скучно. Бля, у них там автоматы какие-то инопланетные. Вот это уже больше подходит для названия DLC Guns в космосе. Хедшоты тут тоже канают. Прикольно. А, и бегать можно, нормально. Я защитю тебя, принцесса. Где они? А, сверху. Блин, непонятно, где у них голова, чтобы стрелять нормально. Там еще враги? Да. И здесь еще враги. Да они прям повсюду, я бы сказал. Блин, пистолеты такое говно. Дали бы мне мои с разрывными патронами. Я бы тут их уже всех поуничтожал бы. Раз-два. Ой-ё. Валить надо. Да блин! Куда, назад теперь идти? Бежим! Блин, быстро оно перегревается. Ненавижу это оружие. Люблю свои пистолеты, которые стреляют бесконечно. Конечно, может быть, я слишком привык к этому. Не спорю, но блин. Не просто так я вкачивал пистолеты. Даже перезарядку пистолетов и то быстрее, чем охлаждение у этих пистолетов тупых. Да что, все женские персонажи? Я ничего не совсем понимаю. Тут вообще есть мужские персонажи? Или тут рай для феминисток? Ой, кто-то... А, я думал, это она уже умерла. Думаю, отлично. Приехали. Хотя не думаю, что здесь можно как-то вообще провалить эти съемки. Так. Всех уничтожить. Никого не оставить живых. Куда нам идти-то? Ага, вижу. Автоматы мне дадут? Нет, не дадут, только пистолеты. Зажать? Ну черт! Destruct initiated now! Motherfucker! Давай, blow up! Хорошо, идем дальше. Если наша работа не закончена, то надо ее закончить.
Не люблю оставлять дела неоконченными. Уютно. Здесь у вас. А все? Окей. Yet apparently I'm wrong when I do it. That's the sort of shit you don't need to take. I'll show him what a horrible actress I am. Что это было? I showed that slut Marilyn when I was on the witness stand. Ты что, снимали порнофильм какой-то? О, Виола и Кики. Это ж тело Виолы и Кики. Че они тут забыли? Так, отойди, женщина фиолетовая. Блин, бегать опять нельзя, да что? О! Professor Genki show, maybe? What the hell? Probably just a name. No, maybe. Ну да, это похоже на шоу профессора Генки. Могу сюда залезть? Да. Надо это посмотреть. Реально похоже на шоу Генки. По крайней мере, по цветовой палитре. Розовое и зеленое. Вау! Ну да. Да, Генки. Да, он Генки Боул. Все правильно. Тут и шоу Генки сним. И шоу Генки тут снимают. О, это веселее уже. Это уже реально повеселее оружие. Поехали дальше. А, у меня пистолеты есть. Ну что ж, еще одна сценка. Блин, она тоже быстро перегревается. Что за оружие говняное? Говно оружие это. Так, мне сюда надо вообще. А нет, нам сюда надо, а не наверх. Почему-то я думал, что нам наверх. А вы что спиной ко мне поворачиваетесь? Отчаянная, что ли? Отстали от моей фиолетовой принцессы. Мудаки. Ну? Давай быстрей. Во, во. А, ну, окей. Надо прям впритык быть. Капец, оружие говно, честное слово. Верните мне мое оружие. Это какое-то говняное. Ну ты все. Ну, блин, перегревается вообще. Нет! Да получай ты в лицо! Хорошо, что эта хрень работает. Все нормально. Лежать! Так, тут где-то еще один противничек, да? Привет! Так, идем к следующему серверу. Куча врагов. Перегреваются автоматы. Скоростью звука просто, я бы сказал. Охереть, как они быстро перегреваются. Это ж просто говно, а не оружие. Ты что, сдурел? Сдурела, в смысле? Разделиться. У меня это оружие перегревается. А, ну нет, все нормально. Все окей. А, подождите. И че? Зажать? Хорошо. Да, враги бегут к нам. Давай, 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 стреляй. I'll take the other. Блин, голос такой у главного персонажа сейчас, как будто, не знаю, под накуркой. Так, иди сюда.
Никакая декорация тебя не скроет от моего гнева. Иди сюда, Вилана. Давай. Просто тыкаем в стенку. Нормально. Лучший план. Лежать, я сказал. Так, идем дальше. Блин, я бы этот фильм даже посмотрел. Честно. Прикольно получается. Импровизированный фильм. Давай, быстро сюда. Сюда быстро, я сказал. Кто там стреляет? Черт знает откуда. Но это не важно. Все это не важно. Черт, бежим. Защити Квилану? Что? Иди сюда, дура, быстрее. Время. Быстро, время. Куда, мать вашу? Капец, они не умирают вообще. Им тупо насрать. Ну или почти насрать. Блин, перегрев, ты задолбала. Хочу стрелять подольше. Давай, быстрее, ну, время. Время тикает как бы. А мы, кажется, просрали. Я ухожу, ты как хочешь, а я ухожу. А, ну она все-таки сдохла, окей. Ничего, сейчас оживлю. Подожди, я бегать не могу сейчас. Все нормально, справились. Я там убежал, ну, у тебя не очень получилось убежать. Но, в принципе, мы справились. Блин, прикольный фильм получается на самом-то деле. DLC-шка стоит того, чтобы в нее поиграть. О. Это что, дублеры? Looks like. I am not getting replaced here. I worked my ass off for this part. Hell yeah, you did. А ну давай сюда иди. Давай, руби их всех. Правильно, мочи их. Да, и так тебя тоже с прогиба, и так тебя. А ну иди сюда, иди сюда. И еще разок. Все, разобрались с дублерами. Джо Кола. Никаких дублеров. Кстати, а что это у нас за сценка? Жилище Займаса? Да. Оно. Это ж хата Займаса. Или Зимаса. Я не помню, как он в английской версии правильно звучит. Ого! Это что, чужие? Что это за хрень я собираю? А, стоп! Это ж сцена «Святые на Марсе». Ну да, вот эти вот колышки. Когда Килбей намочили. В принципе, знаете что? Лазерную пушку мы взяли. Дробовик типа. На вот эту сценку мы пойдем уже в следующий раз. А пока что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр и пока.